Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Если вы решили оборудовать школьный уголок, этот обзор может быть вам полезен. Сегодня я представляю вашему вниманию детское компьютерное кресло TED Chair Kiddy. По ходу обзора рассмотрим основные особенности, а также узнаем, что про эту модель говорят реальные пользователи. В описании под видео вы найдете подборку ссылок на магазины с выгодными ценами и актуальным наличием. Чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик для уведомлений. Ваша поддержка важна для развития канала, поэтому делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Кресло Kiddy станет отличным приобретением для комнаты дошкольника, ученика или подростка. Продуманное исполнение дает возможность расположиться в нем с максимальным комфортом, а очаровательный внешний вид позволяет гармонично смотреться в любой обстановке. В качестве обивки использовалась прочная ткань и сетка, не выгорающие на солнце и не требующие дополнительного ухода. Яркое детское кресло поднимет настроение и украсит рабочий уголок в комнате ребенка, проводящего достаточно большое количество времени за компьютером. Преимущество. Регулировка сиденья. Высота кресла корректируется за счет газлифта, подстраиваясь под рост и индивидуальные особенности ребенка. Отсутствие подлокотников. Ребенок может совершать активные движения, не боясь удариться. Полезные опции. Крестовина обрамлена вставками, которые сыграют роль импровизированной подставки для ног. Надежная конструкция. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Материал колес полиуретан, благодаря чему поверхность пола будет защищена от повреждений. Подходит для использования на паркете и ламинате. Каркас и крестовина изделия пластиковые. Обивка из ткани. Подъемный механизм не имеет функции качания. Я выбрала основные моменты, о которых говорят пользователи, и сейчас ознакомлю вас с ними. Сначала отрицательные. Марка и ткань на сиденье. Три основных колеса устанавливаются хорошо, а вот при установке дополнительных стул начинает качаться. Необходимо приложить усилия для сборки. Не снимается чехол. Чуть запачкаешь, не отмоешь, хоть и синтетика. Мощный газлифт. Ребенку не хватает веса, чтобы самостоятельно опускаться. Для первоклашки не подойдет, слишком высокая. Невозможно собрать как следует, потому что не все отверстия совпадают. Теперь перейдем к положительным. Стул яркий, удобный. Подошел детям 6 и 3 лет. Регулируется высота, прорезиненные колесики. Красивый, удобный, главное, что именно детский. Хороший стул, качественный, яркий цвет. Крепкий стул, ломаться там на самом деле очень мало чему. Стул очень классный, поднимается и опускается очень легко. 75 килограмм поднимает легко, а ребенка тем более. На вид не дешевка, материалы качественные, прослужат долго. Напоминаю, что подборка ссылок на магазины с лучшими ценами ждет вас в описании под видео. Для того, чтобы следить за выходом новых роликов, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Жду вашу поддержку, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».